Как вообще строится твой режим, рабочий день, и что ты в это время успеваешь? День начинается с того, что я встаю, записываю истории, и к вечеру я уже сажусь, придумываю видеоролики для ТикТока. Типичная рутина обычных звезд ТикТока. Я не умею танцевать, не знаю никаких трендов. И к тому же у меня нет ребенка по имени Гном-Гномочек. Если взрослый человек снимает ТикТоки, у него автоматически большая аудитория, несмотря на то, что он вообще делает там. Даже если это очень нелепо и совсем не круто, на него все равно подписывается. Сенсорный? Да. Ага, давай. Пау. О, кто ты, принц?